Вас ненавидят. Вместе с вашими Зюгановыми, Навальными и прочими демократами. Ваши Гайдары, Чубайсы и прочее, прочее, прочее. Ну, Гайдара, кстати, Гайдара в живых-то уже нету. Ну и что, слава богу, ведь ему совесть ездила. Понимаете, у человека была совесть, и он умер, ему было 56 лет. Ельцин умер, совесть есть. У русских людей есть такое чувство, совесть. Они поняли, что натворили. Вы наглец, считаете, хам, Чубайс. Так. Вот это вот только арестовывать. Ага. Прямо в кабинете, в наручники. Бурбулис, понимаете. А Бурбулис-то он жив? Жив еще. Ага. Жив, к сожалению. Вот, то есть это остатки ельцинской колоды. Илюшин жив, его помощник. Батурин. Это они нам устроили на Кавказе всю эту, так сказать, вот катавасию, когда столько погибло наших солдат. То есть нужен... Вот почему вот я как бы пользуюсь вашим каналом, в основном это Москва. Московская интеллигенция во всем виновата. Понимаете? Вы хотите Ельцина. Сейчас вы хотите Навального. Вы не понимаете, что никогда они ничего не сделают. Они преступники. И Ельцин, и Навальный. Да Ельцина нет уже. Вы что сказали, ну, что он ценесливый? Ну он умер, что он напортачил. Ага. Но его к власти привела Москва. Провинция его ненавидела. И московские женщины с кошечками и собаками его привели к власти. Но их мужа нету, не с кем позабавиться. А кошки все-таки это животные, от этой зоофилии устают, и вот Ельцин, Ельцин, Ельцин. Вот его избрали. Дурака избрали. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».